Здравствуйте, меня зовут Алексей Александрович Парфенов. Сегодня мы подведем итоги наших предвыборных шахмат. Избирательная кампания, по моему мнению, удалась. По крайней мере, мне все стало ясно. Посмотрим, что у нас тут происходит. Да уж, как-то так. Никогда бы не подумал, что игра в Чапаева шахматными фигурами может быть такой результативной. Воистину, век живи, век учись. Впрочем, а чего следовало ожидать? Ни у одного из присутствующих на этой доске, ни у одной из так называемых политических партий, кто участвует в выборах, кроме КПРФ, и в помине нет того, что называется теорией, эмпирикой, наукой и опытом, полностью показывающим законченную точку зрения на устройство бытия с заявленных углов. Только мы, коммунисты, имеем свою Библию под названием «Капитал». Только у нас существует подтверждение основательности и доказанности аутентичного своего взгляда на государство и мир, еще из трудов великого Владимира Ильича Ленина, который только один раз в истории земного шара создал безальтернативный прецедент своей теории СССР. Либералы, демократы и все остальные, покажите мне свои обоснованные теоретические труды. Ладно, будет с вас. В России люди не глупые, сами во всем разберутся. Кого выбрать, а кого нет. Все, конец игры. Дальше жизнь. Дальше реальность. Выбирай реальную Россию. Россию реальную, а не виртуальную.